Дорогую Насевич Аннушку из городского поселка Порозово Свислочского района с 50-летием поздравляют близкие и родные ей люди. Муж Саша, доченька Настя, швагер Николай и его семья и свекровь Анастасия Михайловна. Настал твой светлый юбилей, ведь 50 тебе сегодня. Позволь же пожелать тебе большого счастья и здоровья. Пусть этот праздник принесет тебе удачу, процветание. Не будет в жизни пусть забот, пусть все свершатся ожидания. Будь как и прежде, лучше всех. Пусть Бог хранит рукой своею во всем, чтоб ждал тебя успех. Ну и еще раз с юбилеем! И смеются дети, и мы рука в руку идем с тобою рядом. И говорить не надо, все и так понятно. И мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре. Чтоб до 100 лет жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Я желаю мира, я добра желаю, и каждому здоровья от всей души желаю. И мне немного надо, хочу, чтобы были рядом любимые и вся моя родня. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре. Чтобы до 100 лет жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука в руку идем с тобою рядом. И говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре.